Всем привет, ребят, с вами снова Диана, и до Нового года осталось 2 дня. Я сейчас почти не накрашенная вообще никак, потому что поздно очень проснулась, но меня позвали ребята кушать, так что мы идем с вами кушать. А потом у нас сегодня очень-очень много дел в преддверии Нового года. И вообще, что это, каких 2 дня? Один день, то есть он завтра Новый год. Мне не понравился этот выпуск, надо переснять вообще видео обо мне. Мариш, что такое бибимбап? Студию, которую нет, ну ладно. Бибимбап — это рис с разными овощами и острым соусом. Она плохой влогер. Я была слишком голодная, чтобы показать, что мы ели. Так что тут уже ничего не осталось. Ну так вот. 5 депутатов сидим, решаем, что делать. Мы сейчас бежим. Вымат, они. Мы сейчас бежим. Такси, вымат. Покупать продукты, чтобы потом делать салат с Мариной. Что-то в этом году что-то так суетно. Хотя я никогда не отмечала Новый год с друзьями, может быть, поэтому. Поэтому я не знаю, каково это, в принципе. Что такое новогодняя суета вообще. Но да. Сейчас. Никто не знает, что хочет, а все, кто знает, что хотят, и хотят делать все так же, как мы хотим. Короче, напишите мне в комментарии, если у вас так же. Первый раз такое в моей жизни, так что. Пришли в мат. Опа. Ты не взяла список? Ты не взяла список? Нет. Ну ладно, мы все знаем. Окей. Но у меня список мой есть. Почему именно сегодня должен идти дождь? Почему? Марин, что мы купили? Мы купили ингредиенты для 2 салатов. Чесночные стрелки и нежность. Нежные чесночные стрелки. А что еще? Еще мы купили ничего. Пришли кушать крапе. Крапе? Крепа? Крапе. Ну все. Вы знаете Дэнни? Это Дэнни. Это Дэнни. Он с Америки. В общем, он с Америки, кореец с Америки. Учит русский язык. Уважаю, вообще уважаю. О, Россия Мороя. О! Пинцена, пинцена. Ахе! Я не хочу. О! Почему не хочу? Я устал. Устал. Тут стоит наш пакет, сейчас мы поедим, поднесемся с Мариной домой. И будем ждать. Марин, что там банан? Вот здесь бананы крем, и кажется, это что-то похоже на Орео. А здесь просто бананы с кремом. И нутелла. А, нутелла это да. Да. Дэнни, what are you drinking? Green tea latte. Green tea latte. Milk tea. Milk tea. Зеленый латте. Зеленый латте, это сразу звучало. Ну, я не понял. Зеленый латте. Зеленый чай, латте. Не знаю. С этим есть. С тапиокой. Что да, вкусняшка. Так, ребят, мы сейчас с Мариной пришли домой. Очень устали. Проблема, значит, наша такова. Мы купили наши продукты. Я вам сделаю потом хол, что мы там купили. А пока, в общем, у нас нет кухонных приборов, где что-то делать. Ну, как бы они у нас есть, но это все очень проблематично, потому что у Марины есть только 1 кастрюля и 1 нож. Куда мы идем готовить к нашим друзьям, у них вообще ничего нет, зато у них есть кухня. У другого мальчика есть кастрюли и нож, и... как это называется? Доска. Доска кухонная. Но за ней тоже нужно идти, короче. В общем, куча-куча проблем, куча-куча всего, что нужно приносить, уносить, и вот. Так что да, может, сейчас сделаю вам хол, потому что нам нужно переложить все вещи по рюкзакам, чтобы отнести все нормально. Давайте, делаем хол. Поехали. Так, значит, тут у нас сортировочные пакеты, чтобы нам все убирать, все салаты. Это понятно, это мы не покупали, это у нас добрый друг Никита. Потом, мы делаем салат из чесночных стрелок, поэтому у нас... таких, наверное, 5 штук чесночных стрелок. Да, вот они там. И также у нас есть крабовые палочки для салата нежности. Нежность.
есть лук, опять-таки для стрелок, есть огурцы, опять-таки для чесночных, а то есть не для, для нежности, кукурузка тоже, и что там еще, майонезик, потому что без майонеза на Новый год, ну как так? У нас есть мяско. Мяско. Вот. Это свининка у нас. Вот так вот. Тоже для стрелок. И что там еще? И сахар. Тоже для стрелок? Да. Тоже для стрелок. И стрелки, стрелки, стрелки. И кукуруза еще. Вот так. Вот сахар. Круто. Так, а теперь нам нужно все по рюкзакам отсортировать. Ой, у меня аж руки трясутся, я не могу. Сейчас все уложим и через минут 20, наверное, 30 пойдем. Надо все убрать. Мы сейчас у нашего друга Андрея. Андрей был очень, как это называется, щедр и добр, что добродушен. Добродушен, чтобы мы смогли у него поготовить. Сейчас мы порезали, нарезали овощи для салата нежности. Сейчас будем готовить. Сейчас будем яйца варить. Дорезаем крабовые палочки и все перемешиваем. Все потом. А пока, да. Такие вот дела. Повтори это еще раз, Марин. Короче, моя бабушка мне говорила, что нужно разговаривать с едой, когда ее готовишь. И тогда она будет вкусная. Ну, знаете, типа, смотрела я программу, и там разговаривали с цветком, он цвел хорошо. Ну, в общем... Не болел, все дела. Давайте все вместе... Я думаю, с едой то же самое. Давайте все вместе поговорим. Мяско, надеюсь, мы тебя не запорим. Ты будешь такое вкусное. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Салатик, я буду тебя есть всю ночь. Ты будешь такое вкусное. У нас будет вся с тобой ночь впереди. О! У нас все плохо. У нас все плохо. Короче, мы купили не то мясо с Мариной. Пропёрлися. В общем, это мясо для бульгоги. И оно должно быть очень тонкое. А нам нужно мясо, которое режется хорошо и прям с такими... Твёрдые становятся потом. Твёрдые и длинные. А это просто эта тряпочка. Ну ладно, главное, чтобы было вкусно, не так ли? И, мальчики, если вы это видите, нам очень жаль. Но, надеюсь, вам понравилось. Это моя мясочка. Марина Мясник. Отвали Леди Гагу на лицо давай. Ноу. О боже, так, все сварилось. Слушай, надо было... Ой, блин. Надо на тряпочку. Так, сейчас. Занимаемся дальше делами. С мясом. Пробный наш этот... Как это назвать? Эксперимент. Эксперимент, да. Эксперимент номер пахнет один. Ничего так, между прочим. Просто мы перевернули кухню Андрея, но это хорошо. Ну, потом уберем, Андрюш. Вот так все было. Потом ты придешь, тут будет кегте. Чисто, чисто. Ребят, ну молодцы. Это просто целая кастрюля нежности. Сковородка нежности. Жизнь прекрасна. Я этим уемся просто. Если никто не будет кушать, я сама все съем. Поняли меня? Там у нас почти готовы стрелки. Так что мы молодцы. Все сделано, все выполнено. Правда, сейчас уже очень поздно, но... Все в порядке, мы никуда не торопимся. Ну что, ребят, мы с Мариной сейчас дома, уже готовимся ко сну, и я хотела вам показать, где наши салаты. Так что, да, вот один, наша нежность там лежит, а тут лежат наши стрелки. Ой, правда, вы ничего сейчас не увидите, наверное, ну да ладно. Так что да, мы готовы завтра к Новому году. И простите, пожалуйста, кстати, что вчера не было никаких влогов, просто мне вчера очень было плохо, и Марина весь день как бы училась, поэтому нечего было снимать, и даже сегодня ничего снимать не было, на самом деле смешного даже. Вот прошу прощения, что не было влога за 29-е. Ну вот, завтра я буду также снимать влог, постараюсь как можно пораньше его выложить, и, может, даже сниму новогоднее поздравление, но мы это, об этом еще посмотрим. Ну да, на завтра планы у нас это всех собрать денежку за то, что мы собираемся сделать. Затем мы с Мариной идем смотреть вещи, что нам одеть на Новый год, потому что мы абсолютно не знаем, что одеть на Новый год. И после этого будем просто собираться и готовиться ко всему. Так что да, спасибо, что были со мной, и это так странно, что завтра Новый год. Это прям пипец как странно. Марин, ты хочешь сказать что-нибудь, что завтра Новый год? Да, я хочу спать.
Завтра увидимся. Ладно. Всех любим, всем пока.